За время оккупации Армении территории Азербайджана многие культурно-исторические памятники, относящиеся к наследию азербайджанского народа, были разрушены в результате армянского вандализма. Популярный журнал National Geographic разместил фото Худафиринского моста, расположенного в освобожденном Джабраильском районе Азербайджана, на своей официальной странице в Инстаграм. Автор снимка – известный азербайджанский фотограф Рене Эфенди. К фотографии прикреплен также пост, в котором повествуется об оккупации азербайджанских земель, 44-дневной войне и триумфальной победе, в результате которой Азербайджан вернул свои территории. Отметим, что у страницы National Geographic в Инстаграм свыше 155 миллионов человек подписчиков, а снимок азербайджанского фотографа Рены Эфенди набрал за сутки почти 250 тысяч лайков и около 4 тысяч восторженных комментариев.